Юр, выйди сам! Эй-эй-эй, не надо есть наручников, парни! Избиением закончилась обычная проверка документов сотрудниками ГИБДД, причем жертва автоинспекторов даже не водитель, а пассажир. Юрий Миханошин возвращался вечером домой, автомобиль вела его девушка, ее зовут Дарья. Пару остановили, инспекторы заметили, водительница слегка пьяна. Это подтвердил и сам Юрий, но к диалогу почему-то пригласили Юрия и, по его словам, предложили интересную сделку. Чтобы не составлять никакие протоколы, сотрудники ГАИ, я сказал то, что да, возможно, моя сожительница там и употребляла бокал вина, но на данный момент она не готова пройти свидетельство, на что они мне сказали, то, что давайте за 100 тысяч рублей мы с вами решим этот вопрос. Юрий ответил на предложение отказом, жестоким отказом, и тут полицейские вышли из себя, выдернули его из машины и принялись избивать. Потом, правда, отвезли в травмпункт, вот только не тот, что находился поблизости. В больнице автоинспекторы вели себя уже не агрессивно, но очень подозрительно.